На 25 минут позже прибыл сегодня в Москву новгородский поезд. Но речь не об опоздании, а о внимании компании-перевозчика к интересам пассажиров. Раньше состав приходил в столицу, когда до открытия метро оставалось 40 минут. Теперь новгородцы буквально могут пересесть из вагона в вагон. О том, что расписание поезда доставляет неудобства, пассажиры начали говорить сразу после запуска. 9 декабря маршрут Новгород-Москва был продлен до Нижнего. В столице он изначально останавливался в 4:50, а метро начинает работу в 5:30. Многочисленные просьбы скорректировать расписание были услышаны. Компания РЖД внесла изменения. Время в пути увеличилось. При этом от новгородского перрона поезд отходит, как и прежде, в 21:20. Понравится ли пассажирам альтернатива коротать время в вагоне, а не на вокзале, покажет время.